У Гродні роботи по узведенню нового областного онкологічного диспансера набирають обороти. У відповідності з проєктом будівництво сучасного медицинского центра поділено на 5 чергов. Перша з них предугледжує створення радіологічного корпуса. Идут работы по заливке непосредственно стен и технологических помещений для расстановки оборудования на объекте нашем строительном. Вот, произведены практически полностью закончены фундаментные работы. И сейчас выставлены опалубки, выставлены перегородки и заливаются стены каньонов, стены для отделения радионуклидной диагностики. Также вы видите, что на объекте уже практически завершены работы по кислородной подстанции и трансформаторной подстанции. Спеціальна техніка сконцентрована на участку каля Гродзенской больницы номер 3. Менавіта на базе этой медицинской установы у перспективе з'явится областный онкологический диспансер. До будущего объекта уже створены технічні подъезды. Сбоку улицы Домбровского каля автомобильного кольца Форты проведена высечка древов и кустарников. Там будет прокладена часовая дорога, якая подведет до будовничей пляцовки. У целом на объекте работы предугледжены масштабные. Территория центра зойме каля 9 гектаров. Здесь планируется расположить все здания компактно, для того, чтобы было удобно и персоналу, для того, чтобы было удобно и пациентам именно находить диагностические и лечебные корпуса, а также персоналу передвигаться по этим всем корпусам. Только из-за того, что объемы огромные, большие капиталовложения, поэтому все разделено на очереди. Планируется, что где-то со середины этого года также начнется именно реализация и второй очереди. Такий об'єкт, відзначають спеціалісти, для регіону має важне і навіть стратегічне значення. На сьогоднішній день Гродзенська область – єдина в Україні, де не проводиться промінньова терапія. Поки за таким ліченням пацієнтам при ньому не доводиться звертатися у Брест і Мінськ. Як планується, обласний онкологічний центр буде здадений у експлуатацію у 2025 році. Згодно з проєктом, до цього часу необхідно провести 5 черг у будівництва. Найближче з них предугледжує узведення радіологічного корпусу. Чакається, що дадзеная установа прыме першых пацыентаў восенню 2021 года.